Привет, что дел? Сегодня у меня на обзоре вот такая замечательная штука, наверное. Называется E-Bow, но тут так написано, такой хвостик у буквы B. Зачем-то буквы B хвостик, что хочется прочитать как E-Boy. Но в любом случае это смычок для гитары. Электросмычок для электрогитары. Наверняка вы многие слышали, и я тоже давно слышал, и не мудрено, потому что изобретена эта штука была еще давно, в лохматых 70-х годах. И с тех пор особо сильно не видоизменялась. Тут, конечно, написано, что это модель плюс, тут добавили второй режим. Я так рассказываю, как будто уже про все знаю. Я прочитал пару статей, подготовился, провел ресерч, так сказать. Но по сути изобретение вроде как элементарное, но до сих пор почему-то я искал, никто не умудрился по-нормальному повторить, сделать нормальную копию, и само оно сильно не изменилось. В общем, это замена медиатору, тут нарисован зачеркнутый медиатор, и я вам расскажу, как я его заполучил. Дело в том, что я давно хотел подержать эту штуку в руках, ведь это так загадочно, так интересно, смычок для электрогитары, электросмычок, прям хай-тек какой-то, хай-тек 70-х годов. Но, так как аналогов особо нет, монополист, стоит, зараза, немало. И было жалко денег тратить, вдруг хрень какая-то, да? Я думал, как бы мне его взять? Поискал на всяких сайтах типа Авито, ничего нигде не продается, нету БУ. Но потом я подумал, я же популярный блогер, напишу в магазин, пусть мне дадут. Но я попросил просто на обзор, поэтому сегодня будем аккуратно с этим обращаться, а то ведь придется возвращать. Написал магазин DJ Store, наши старые знакомые сейчас с прошлого ролика прислали мне вот это вот. Вот это вот. И нет, они не только торгуют с телефонами, у них там много всего. В том числе есть электронные смычки. Я сказал, дайте, пожалуйста, мне хотя бы на обзор. Они мне прислали на обзор. Ссылка будет на этот магазин в описании. Поэтому не будем долго ждать. Достанем этот смычок. Какой принцип работы у него? Ну, грубо говоря, насколько я понял, создается постоянная петля обратной связи. То есть обратная связь — это что? Это когда вы микрофон подносите к динамику или звукосниматель гитарный подносите к динамику, и получается звук не совсем такой, но я насколько способен передать этот звук, настолько и передал. Сигнал у нас, который снимается звукоснимателем, передается в колонку, из колонки он выдается, снова снимается звукоснимателем, и получается у нас такой обратная связь. Петля получается, и получаются разные интересные звуковые эффекты. А тут это все в миниатюре, и управляемо, и должно быть очень красиво, как нам уверяют. Вот! Такой он здоровенный. Сейчас будем читать инструкцию, она тут довольно здоровенная тоже. Я еще слышал, что вариант прочтения этого названия как «Евош», если не сказать грубее. Так, ну похоже на, с первого взгляда, на инструкцию к утюгу или к отпаривателю, потому что по форме это что-то такое. Давайте попробуем сначала без инструкции. Так, на шару сделать. Для начала нам надо без инструкции открыть батарейный отсек, потому что питается это хреновина от кроны. Как-то все неудобно. Во, защелкиваем. У нас трехпозиционный переключатель. Посередине, видимо, выкл. С одной стороны один режим, с другой стороны другой. Ну давайте попробуем. Они тут никак не обозначены. Давайте попробуем. Берем гитару, втыкиваем провод, включаем комбик. И что надо делать? Красотища. Тут у нас какие-то салазки сделаны, типа, чтобы конкретно по одной струне ходить. И это чудо, струна сама начинает колебаться. Забавный эффект. Ладно, работает, давайте все-таки обратимся к инструкции. Вдруг тут что-то интересное написано. Кстати, еще про лохматые годы и про гитару. Советую вам посмотреть интервью с моим Леном на канале Лентервью. А кто-то сейчас скажет, вот нас там запрещали. Да кого пошел в жопу тебя там запрещать? Конечно, если ты пел песню «Сталин говно, нет колбасы», там, то, конечно, тебя это самое, зарубят просто и все. Ну, зачем ты такой кому-то нужен? Знаковая фигура в русском гитаризме, он там много чего интересного рассказывает. Даже если вы не знаете, кто это такой, и на самом деле, если гитара вам довольно безразлична, все равно за это посмотреть довольно захватывающе. Мы видим буквально раз-два, Майлиан, а остальное кавер, 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 кавер. Коля, на кого ты видел в нашей стране кавер? И он там, например, рассказывает про то, как он создал первую в России свою гитарную школу, записал. Гитарную видеошколу на свои последние 300 баксов. Я потратил 200 на то, чтобы выпустить видеошколу.
и остальные 100 я потратил на тиражирование, ну, на монтаж, тиражирование и так далее. У меня было 10 копий. Ну и много всего другого на самом деле интересного. Ссылка будет в описании. Итак, смычок состоит у нас из ноги, светодиода, канала для струны и салазок. 8 ебучих часов спустя. Понять это можно, но лучше проверить. Еще зацените прикол, он может разогнать и обычную акустическую гитару, если она с металлическими струнами, естественно. Но это неизвестно зачем надо. Так, ну давайте что-нибудь попробуем сыграть. А еще нам надо, знаете что? Нафигачить ревера. Короче, батарейка моя сдохла. Где взять еще крону? Во всех ближайших магазинах нашел только одну какую-то крону, самую хреновую. Но я думаю, пойдет для записи видео. Надеюсь, она не успеет разрядиться за 15 минут или сколько. С кронами всегда так, только она нужна, уже все разрядились, куда-то пропали, исчезли и так далее. Надо как-то либо стратегический запас сделать, либо купить, наконец, уже аккумулятор. Будет мне урок. Ну а так, я поиграл. Могу сказать, что вещь довольно занятная. Мне нравится. Особенно, если что-то неспешно играть, особенно, если на одной струне. Вот когда переходишь на другую сторону, уже возникают сложности. Но еще я на видосах видел, что народ прям арпеджио берет, то есть целые аккорды переборщиками при помощи этой штуки. У меня не получается. Я так понимаю, что нужны какие-то либо специальные датчики, либо что-то еще, чтобы очень быстро все срабатывало, потому что у меня пока сработает, даже если вплотную поднести, все равно довольно много времени проходит. Хотя вот если прям вплотную и над датчиком, тогда струна очень борзо взвивается в свой пляс. Но предлагаю попробовать все-таки гармонический режим, что же он нам такого предлагает. Обещают какие-то добавочные высокие гармоники, которые будут классно звучать вместе. Не, ну что-то там есть, но не очень понятно, как этим управлять именно. Кстати, можно взять флажолет. Mm-hmm.
Давайте послушаем, как оно себя поведет на дисторшене. Ничего интересного, просто громче и все такое. Давайте лучше поиграем что-нибудь еще. Этот гармонический режим, он просто иногда выдает ноты выше, чем надо. Но может, он подмешивает там еще что-то? Но я пока не понял. В обычном режиме мне пока понятнее и приятнее. Так, камера садится. Для обзора, я думаю, не знаю, что сказать. Мне понравилось. Сидеть, баловаться прикольно. И как-то надо это где-то применить. Но не знаю, успею ли я это где-то применить до того, как мне надо будет это все вернуть в магазин. Напоминаю, что спасибо магазину DJ Store. Ссылка будет в описании. И также посмотрите интересное интервью на канале Лентервью. Реально годно. В общем, ждите новых видео. Я буду дальше баловаться. Пока крона не села. И камера, и все остальное.